как уже сообщалось, совместным постановлением Кенгеши Палат Али Маджлиса создана комиссия по изучению обстоятельств и событий, произошедших в июле 2022 года в Республике Каракалпакстан. В эти дни данная комиссия с целью глубокого изучения в ходе этих событий, обеспечения прав, свобод и законных интересов человека, проводит изучение в Каракалпакстане. Члены комиссии по изучению обстоятельств и событий, произошедших в июле 2022 года в Республике Каракалпакстан, для выполнения возложенных на них задач начали свою деятельность, разделившись на группы. В целях обеспечения прозрачности проводимой работы изучение документируется, в том числе используются аудио, фото и видеоматериалы. В первый день члены комиссии поговорили с пациентами, находящимися на лечении в Каракалпакском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и центральной больницы. Узнали, какие они получили травмы во время происшествия. А также врачи рассказали о процессе их лечения и созданных для пациентов условий. Кроме того, члены комиссии побывали в военном госпитале Северо-Западного военного округа и военном госпитале Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, где пообщались с военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел, проходящими здесь лечение. Также получена информация о медицинских процедурах, оказываемых врачами, лечащимся здесь военнослужащим. Члены комиссии побывали и в Центре судебно-медицинской экспертизы Республики Каракалпакстан и ознакомились со всеми необходимыми материалами, связанными с событиями. В ходе изучения также планируется провести беседы с пострадавшими и участниками массовых беспорядков. В случае возникновения вопросов или необходимости обращения в комиссию, граждане могут позвонить в колл-центр по номеру 1374. Стоит отметить, что в ходе своей деятельности комиссия будет тщательно изучать факты и события, связанные с правами, свободами и законными интересами человека. Информация о деятельности комиссии будет публиковаться в средствах массовой информации. Изучение членов комиссии продолжаются.